разверзлись с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на воеблемные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь великий. Гений! Я никому ничего не должен. Верно. Вы откуда, если не секрет? Торонто. Торонто? А муниципальный округ какой, если не секрет? Ну, Этобика с Харбора или что это? Этобика, да, знаю. Что знаю? Вы же говорите из Торонто. Я вас спрашиваю, вы где живете? Этобика с Харбора. Вы из Этобика, что ли? Да, я из Этобика. А вы откуда? Вон. А, говорите, Торонто. Ну ладно. Ну, GTA, какая разница? Большая разница. Торонто все знают, вон не знают. Ну, так говорите не Торонто, а GTA хотя бы. Ну да. Так оно будет точнее. Ну хорошо. Ну, да, вы. Да. Это, какой ваш Original City, если не секрет? Город Киев. Окей, давно живете в GTA? 20 лет. Солидно. Ну окей, на какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? А вас дети, да, вызвали? Вы по спонсорству приехали в Канаду? Чего вы взяли? Я приехал как landed иммигрант, наоборот, детей себе взял. Что-то вы как-то не очень... Так. И когда вы это сделали? Ну, чуть попозже, сколько чем... Сколько лет назад? В 2005 году, чуть попозже, чем... Понятно. И сколько же вашим деткам было лет, чтобы их с собой взяли? Ну, деткам было 19, одного я взял из двоих, от разных жен у меня деток. А-а-а. Но на момент подачи, вот проходил как ребенок, поскольку на момент подачи ему было 14. Ну, они... Да, вы так долго проходили иммиграцию, да? 5 лет? Я специально тянул, чтобы стаж заработать на пенсию. Я мог и раньше уехать, на 2 года, но тогда бы я не получил пенсии, соответственно. Трудовой по стране отбытия. Понятно. А вы... Не получаете украинскую пенсию? Стажа нет у вас? А я не собираюсь подавать на украинскую пенсию. Ну, естественно, там... Стаж есть, конечно. Я в Канаде буду пенсию получать. Нет, какой у вас стаж в Украине, может быть, если вы 20 лет в Канаде? Понятно, что в Канаде будете получать пенсию. Скоро нет. В Украине, конечно, нет смысла подавать на пенсию, там пенсия один раз в ресторан сходить в Канаде. Ну да, так же, как и в России. В России получше с пенсией. Да, что ты мне рассказываешь, конечно. Ну, что? Расскажи кому-нибудь. Посмотрите, дурачок. Это жесткий был. Мы сделали украинским угодом начнем. Италия! Да. Украина, которая создана группа кривичка. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский — это какой, чей отвечает?
Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Они ж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще. Лучше бы, чтобы меня судили по справедливому закону относительно справедливости большинства народа. Ничего-ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком. Сучье семя, а вы ветем за родную Россию, как гуси их рассеют, тяжела будет исповедь.